шла голая и вся в крови. Девушка сбежала от сожителя тирана. Раненую ее обнаружил на улице таксист и пришел на помощь. Такое не каждый день увидишь, как бы, да? Это кадры из пересечения улицы Новороссийской с Цимлянской в Ленинском районе. Полуголая и вся в крови. Девушка бежит вдоль дороги и плачет. Девушка, девушка, что случилось? Все в порядке? Муж садист или что? Как позже выяснилось, девушку избил сожитель, он рассек бровь, но ей удалось от него сбежать. Водитель предложил девушке помощь, и та согласилась. Пострадавшую доставили в травмпункт и оказали первую помощь. В полиции сообщили, что обращение по данному факту зарегистрировано. Сейчас проводится проверка. Видимо, теперь кухонному бойцу может грозить реальное наказание за избиение своей возлюбленной.